Главный по тарелочкам в России Вадим Чернобров. С одной стороны, это блик, очень мощный блик от ледяного катка, который играет роль такого своеобразного зеркала, подсвеченного очень мощными прожекторами. С другой стороны, это дымка, которая висит постоянно в одном месте над собором Василия Блаженного. И третье, что сыграло очень мощную, я бы сказал, главную роль во всей этой истории, это просто оптические свойства старой видеокамеры, которым воспользовались очевидцы. Проще говоря, пирамида над Кремлем не более чем комбинация оптических эффектов. Над собором Василия Блаженного из-за сочетания погодных условий образовалась дымка. На нее попал отраженный от ледяного катка на Красной площади луч прожектора. Световой поток создал небольшой светящийся блин непосредственно над собором, а видеокамера с трехлепестковой диафрагмой превратила его в пирамиду. Это опять старая народная мудрость. Хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место, и никто не заметит.